Организаторы отметили, что слово «благотворительность» в наше время вызывает настороженную реакцию. Потому что благотворительность – это очень серьезная стезя. На этой стезе, на этом поприще очень много аферистов, очень много авантюристов. И, к сожалению, сама благотворительность в наше время покрыта очень многими странными пятнами. Помимо времени и места проведения концерта, мы узнали, о чем поет и пишет виновница торжества. О нашей жизни, о любви, о несправедливости, о предательстве. Успели оценить ее вокальные данные. Как я люблю мою Одессу, она в моем сердце всегда. Мою красивую принцессу я не забуду никогда. И даже услышали парочку анекдотов. Иваныч, когда они заняли очередное поместье, увидели белый рояль, там было темно в этом зале. Он хотел как бы посидеть в таком шикарном месте. И он говорит: «Петька, будь добр, крути лампочку». Петька в грязных сапожищах прыгнул на белый рояль и вкрутил. Он говорит: «Петька, ты бы хоть газетку постелил». Он Василий Иванович и так достал. Пресс-конференция прошла очень душевно и весело, но помимо места и времени проведения концерта, организаторы о нем почти ничего не рассказали. Об этой пресс-конференции можно было бы и умолчать, если бы не благотворительность, которую необходимо поддерживать и поощрять, что мы и делаем, публикуя приглашение на концерт 23 декабря в педагогическом университете.